Всем привет, вы слушаете Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Перикла» в партии на 10 человек. Если вы смотрите его не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите ее в описании, ведь всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Ты друг забыл, что мы по отчёту воюем? Это что за херня? Я забыл, прости. Ну, я не знаю. Я забыл. Меня убил. Чё, воюем, что ли? Так. А, у меня селитры нету. Коляк, предложение посмотри. А, да я видел. С соседом не хочу союз. Пока. Блин, я тут вырубил лес этим пригородом. Мне нужен потрясающий построить. А так? Ты куда собрался? Угадай. Тут я, задумавшись, медленно походил. Посчитай австралийцев, пожалуйста. Галера Англии разграбила гавань. А у тебя там Путин не работает на галере? Прошу не оскорблять лидера моей страны. Почему? Он сам об этом сказал, что он на галере крабом работает. Ты знаешь, что он сказал. У тебя с русским нет проблем. Ну, он же сказал, как краб на галерах. Там была запятая. Где запятая в этой фразе? Все эти 10 лет я пахал, как раб на галерах. На галерах. Ну, на галере же. На галерах. На галерах, хорошо. На твоих или нет? Я вот это спрашиваю. Нет, нет, нет. Я англичанин. Путин рос. А у России были галеры? Ацтек, а ты что, Петербург хочешь забрать? А, дальше без отчета, да? Ну, я вижу, ты начал делать юниты. Какие делать? Я ничего не двигал. Так, ребят, давайте сейф, мне это надоело. Ты двигал. Я не хочу так играть. Я два хода просто потерял, потому что человек говорит, давайте воюем по отчету, и ходит просто первым. Ты на моих глазах только что ходил тоже юнитами. Я не атаковал тебя, я ходил юнитом. А ты ходишь юнитами, которые... Движение юнитов на фронте тоже считается нарушением, как бы, отчета. Что? Что за чушь? Ну, слушай, Лёш, ты... смотри, если рассинхроны двух людей, и один из них начинает до отчета двигать юниты на линии столкновения, то как? Будь третейским судьей.
Ну, если это юниты к фронту или от фронта отводились, то да. Ну вот. Какие юниты-то у меня отводились? Арбалетчик вот, подошел. Арбалетчик подошел. Генерал, ну, он, видимо... Скажи мне. Ты видел где-то? Ну, ты мне скажи, я могу сейф сделать, у меня все юниты с фулл ходами. Какой? Клетка камня, там ходил юнит. Клетка с камнем? Отлично, камень. 4 из 4, 3 из 3, 7 из 7, 7 из 7. На давай. Генерала посчитай, на генерала, что там у него? А, генералом походил. Вот это вообще невероятно. А, походил, то есть, ну вот и все. Слушай, это херня какая-то. Я тебя тоже сейчас не атаковал, заметь. Заметь, я тебя сейчас тоже не атаковал. Раз воевать по отчету, никогда вообще. Это просто бред. Я тоже не атаковал тебя сейчас. Я просто перебил юниты. Да, фронт. Ну что, ты генерал. Я походил гражданским юнитом, по сути. Генерал гражданский? Это юнит, который не атакует, и он перемещается между военными юнитами. Какая разница, когда я им похожу? Ладно, закончим. Отстаки, ты Санкт-Петербург мне разве не оставишь? Я его планировал забрать себе. Хочешь, могу тебе отдать Астрахань? Ну, спасибо, но Астрахань мне не нужна. Блин, Джек на свою голову позвал Ацтека, да? А он все забирает. Claims that cannot be tested. Remember that politics, просто Петербург очень далеко. Как бы я разберусь, мне с Новгородом. Я думал, мы разделили территорию влияния, то, что ты забираешь от Воронеж и верхние города, Астрахань ты жаляешь. Класс. Я не оказался выгодным, не может быть, разграбление. Слушайте, что-то я туплю, а военный инженер, он... Забирай. Фрот когда... Фрот... Ой, форт когда может строить? Когда откроешь тихо. Не-не-не, в смысле, на любой местности? Вроде да. А рядом два форта он может строить? Вроде нет. Нельзя построить эту... фронт нельзя построить, то есть нельзя по границе выстроить все, застроить фортами. Так, значит, мы тут один тут построим, другой тут. Ну, просто остальные клетки мне нужны. Отстань, посмотри предложение, пожалуйста, от Андрея. Оно, в принципе, для тебя не очень выгодно будет. Но я воюю, буду благодарен. Человек сам на меня напал, говорит, я воюю. Это же не умаляет того факта, что я воюю. Действительно, это весомый аргумент. Спасибо. Неоспоримый практически. $700 тому, кто пойдет на войну с голландцем. Ну, судя по тому, что у австралийца стало 118 науки в ход, я думаю, что он там усиленно исследовательские гранты просто делал.
Не, просто минус 5 счастья в городе. In all works of natural history, we constantly find details of the marvelous adaptation of animals to their food, their habits, and the localities. Что-то не... Селитры мне, конечно, вообще не повезло. Канализация, экономика ускорилась. Два банка и два района пригорода. Ну, блин, австралийцу очень неплохой инженер достается. Так, музыку мне пока некуда запупырить. Так, ладно, две бомбарды давайте. А, я не могу, у меня нет селитры. Класс. Австралиец, судя по динамике увеличения армии, никто с тобой, кроме меня, больше воевать не будет.
тебя есть слабые соседи. Может, мы с тобой замиримся? Потому что эта война ничего не принесет ни тебе, ни мне. Ну и что ты готов мне предложить? Мир? С дружбой, допустим? Нет. А 700 золотых? Просто можешь свою армию мощнейшую просто направить. Давай, против других людей. Я беру. Договорились. Но только с дружбой. Нет. Так, нет. Так, слишком ну много, что? Я не согласен. Нужны гарантии. Проблема в том, что австралийцы сейчас очень круто с производством. То есть вот англичанин напав на миллион. Посмотри, у грека 300 армий. У перса вообще, смотри, больно. Обнять и плакать. Это она стоит на деньги кушает. Вот зачем он на него нападал, спрашивается. Непонятно. Так, а я слонов получаю или нет? Новая кость есть. Персов всадники до сих пор. Вау. Ну а чё их капать-то смысл? Только деньги будут больше есть. Ну, больше мне не с кем. О, да, в австралийской армии в два раза больше, чем во второго места по количеству, если смотреть. Ну ты ж ему буст производства организовал. Жаль, что она сухопутная. У соседей 300. Всадники же апаются в кавалерию. Всадники. У меня одного рассинхрон. Нету пятерых. Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal. Преслов дают.
Тяжелый лю... Блин, надо было сюда три... трех отправлять. Так, а пикинеры во что апаются? ПТ-команда. ПТ-команда у нас где? В химии. Так, а кавалерии только лошади нужны. Нормально. Это норм. Поляк, можешь сдвинуть гусцара, который стоит между Уэшотлы и Познанем? Поза на ним. Сейчас. Спасибо. Еще раз. Что-то не вижу. Он в военном лагере. Так ты через него все равно не пройдешь. Я думал, он через нее сможет пройти, а там не хватило очков. Поляк делает исследовательские гранты, ацтек делает гранты. В новостях промелькнуло, что разведчик Англии разграбил арену. Я представляю, разведчик приперся и стадион такой грабит. Ладно, австралиец, захочешь мириться, предлагай. Вот не могу понять, когда, почему он прыгает в эту сторону.
Так, отсюда фабрика раз. Да, на этот город не действует. Она действует на Олимпию, на Аргос, на Афину и на Кнос. Еще на Ереван не действует. Понял, что-то у меня shift перестал работать. А вообще, англичанин, если ты конвейер убрал, мне кажется, тебе надо было ее сжечь. Выбрал. Ну ты Канберу взял, вот столицу австралийцев. Надо это было ее сжигать. Нельзя столицу горит. Сжигать. Есть камни у него. Я неправильно поступил. Мне надо было города сжигать, а не столицу брать. Ну да. Привычки пятые. Там бы и города проще обстреливать было. Я еще очень сильно торопился. И построил флот достойно. Сейчас у нас усталость от войны, сидим, плачем. Смотрим друг на друга в трубы. Злобно, злобно смотрим. Адмирал твоему адмиралу показывает неприличный жест. Там реформацию продвигает. Смотрите, что религии в шести городах. По союзу открылся Нанмадол и Лиссабон. Лиссабон дал задание, и я в него могу послов отправить, а Нанмадол нет. Ну, потому что Нанмадол у тебя открылся как на карте, понимаешь? А Лиссабон-то тоже как на карте. Объясняю. Рядом с Лиссабоном стоял юнит, видимо, чувака, с которым ты союз заключил. То есть тут важно, чтобы ты увидел его. А Нанмадол просто открылся, как будто вы картами обменялись. Перс предложение.
Олимпии фабрику нет смысла строить. Ее и так идет производство. Пригород уже тут есть. Чеченицу, кстати, можно и построить тут. Слушай, англичанин, а что ты не построил этот? Персы, я тебе предложение кидал. Сделал, залей в Галикарнасе. Ацтек, убери рейнджера рядом с Познанью. Не знаю. Что-то не обратил внимания. На следующем ходу он на авторазведке стоял, уже очков нет. А я смотрю, нет никаких приложений. А как это перевести на русский? Все великие флотоводцы могут дольше использовать способность ухода в отставку. Дольше, как это понять? Два раза типа? Ну а сейчас? А, все, я понял. Там самое даже не в этом дело главное. Там самое важное в том, что... Хотя нет, еще его одно. Просто не совсем понимаю, как это работает. Never again can I gaze upon the be- Инженеров я просто вообще никак бы не получил. Ну, слушайте, вот неплохо у перса-то. В принципе. Сиди, развивайся. Австралиец так... Широко расположился, кстати. Судя по всему, что скауты вот так стоят к персу. All the best romances bloom in the midst of a good siege. If you don't read the newspaper, you're uninformed. Кто-то скажет, что лучше было бы в сторону австралийца строить или в сторону грека, но по мне эти форты как бы не очень, и мне хочется просто быстрее ускорение сделать для науки. Леш, у австралийца толпа линкоров. Ну и что? У тебя же просто столица на море, 300 войск. Ну, если он доплывет ко мне, честь ему и хвала. Да на линкорах ты быстро тут плыть. Дайте проще, по-моему. Не успел я выйти в линкоры, блин. А у тебя англичанин не на море столица? Так я все. Я был убит. Как минимум 9 наблюдаю. Ну, потому что ты взял, пришел и австралийцу на 2 умножил его производство. Да, понимаю. На 20 ходов. Просто на ровном месте. Сейчас даже если все армии мира против армии Австралии объединятся, тебе надо было брать его города и сжигать, действительно, как тебе говорил этот... То есть Broken Hill, Аделаида и Баллард должны были быть сожжены хотя бы. Это я себе сказал. Я свою ошибку сам увидел, но поздно, к сожалению. А, вот Красперс предложил же. Мне тоже понравилось. Я сказал, что, мол, присоединяйтесь, ребята. Пока мы с ним воевали, никто даже юнит не построил из его соседей ближайших. Ну блин, зачем мне воевать с человеком, который двойное производство? Сейчас посмотрим.
больше интересно, зачем ты вообще нападал. Сидеть там, и никто бы тебя вообще не трогал. Очень сомневаюсь. Австралиец, ну, австралиец не улетал по науке, австралиец просто исследовательские гранты делал. Такая позиция идеальная, сиди там спокойно. Зачем? Я тебе предлагал союз, дружба, ты отказывался. А когда? Когда ты пришел в столицу, мне захватил? Не-не-не, я тебе союзы предлагал. Выиграл союзы, потом ты на дружбу соглашался. Я понимал, что это кончится очень плохо. У меня все плохо по науке, на самом деле, и по промке. А был взлет, но он чисто ради моих фрегатиков. Потом бы я скатился, и в этот момент меня пришли бы и дубины дали. Так, ну мне надо все равно одну фабрику еще где-то сделать, чтобы ускорить классовую борьбу. Тут же фабрика у меня есть, да? И здесь фабрика есть. Все. Два, три, четыре, пять. А, вот. Отвисло. Раз, два, три, четыре. Вот. Следующим ходом в Аргасе куплю фабрику, и тогда у меня все города будут покрыты. Поляк, там предложение прими или отклони. Отклоним же. Предложение, посмотри. Мы с научным соглашением играем? Нет, границы открыты. А, с... А что, были какие-то запреты? Нет, нет. Так, спасибо за помощь и предложение, если от тебя. Без союза, Леш, давай. Это же соглашение. Чего? Наука без союза. Чего? Сейчас вот начнется, предложи. Хотел купить фабрику.
Народ, а усталость от войны не может уменьшаться во время войны? Кто знает? Может. Если люди умирают, да? Совсем. В каком случае она будет уменьшаться? Ну, она каждый ход насколько-то там уменьшается просто сама по себе. Я уже точных цифр не помню. По-моему, на 50. То есть, там 200 для минус 1 на 50 сама по себе, а на 200 она будет падать, если ты там долго не воюешь. Но, по-моему, не точно. Синхрон опять, что ли? Да. Я остался в игре. Какая-то сложная сегодня доигровка. Вообще, вот здесь какая медленная. Я просто вот до этого играл. В другую игру сейчас стричь смотрю по ней. У них уже 170-й ход. При том, что количество людей такое же. То есть, грубо говоря, когда у нас был 104-й, у них 113-й. Когда не очень удачно выпилили за японца. Так, а почему у меня сейчас капитализм еще открылся к тому же? И культурное наследие. Слушайте, как думаете, это глюк или это такое может быть в принципе? Я вот сейчас открыл классовую борьбу, да, коммунизм. И при этом у меня почему-то капитализм и культурное наследие открылись еще. В этот же ход. А может, эврика какая-то? Бывает такое. Ну, эврики не открывают тихие, они только дают... Нет, ну ты их открыл наполовину и оставил. А эврика сработала и открылась. Ну. Бывает такое, что когда у тебя идет излишек большой достаточно культуры и науки, он перепрыгивает на другие техи. Так же, как, допустим, можно было копить промку вот в пятой цели, чтобы на следующий ход ее переносить. Также вот здесь она переносится и промка, и культура, и наука. Ацтек, а ты не вылетел сейчас случайно? Нет. То есть предложение от тебя реальное, да? А. Давнишняя? Она что там? Дружба. А, это да. Блин. Бля. А, у них там же рассинхрон, они еще будут ходить тогда, окей. Да, блин.
Какая-то неправильная Австралия, Лондон захватила. Смену власти. Да. Месть колонизаторам. Парламент, точнее. А в Австралии же это как раз у них там против они же, да? Англия-то, ну не против королевы, что такое, деньги даже менять хотели. Ну да, че. Ну вот. По факту королева может распустить парламент австралийский. Также назначает, утверждает, вернее, премьер-министр. Блин, эти они недоступны. Ну, блин, где... Так, ну где-то был один ход. Только австралийский. Божественное право. Так, Валетта что дает? Здание в центре города и в военном лагере можно покупать за веру. Ну, у меня не так много веры, чтобы этим заниматься. Ну, посижу я пока, пока усталость с войны не упадет. Потом выйду. Блин, а вон оно, что оказывается, зачем всадники. Я думал, всадники капаются в рыцари, а только потом в кавалерии, по аналогии с пятым. Это совсем по-другому все. Один ход открываю божественное право тупо ради того, чтобы коммунизм наконец карточками ну, заполнить. Ладно, блин, уже тут все. Когда там Аравию допилите? Да она еще город взяла и поставила, прикинь. А Грек, ты не допилил ее? А, вот. Видишь этот город Медина, он прошлым ходом стал красным, когда я Новгород добирал. Точнее, позапрошлым. Степ в лабах. Так, где тут счастье-то? Это адмирал был? Угу. Он может действовать на чужой юнит. А что, прав был у тебя? Да. Классно. Власов какой-то. А тут поддержка откуда не ждали. Адмирал? Да, я сейчас нажал адмирала. Ну, не, ну спорт. Тогда вряд ли Власов какой-нибудь. Ну понятно, да. Ну давайте Колчак хотя бы будем считать.
Кстати, а ты посмотрел, как его зовут реально? Нет. Китаец вроде какой-то. Азиат, вернее. Let's get on our knees and pray. I only understand friendship or scorched earth. А кто Перикла будет тормозить, мне интересно? Мацтек или Польша? Чего вы тормозите? Ну, 241 культуры вход. 340 военной мощи. Ну, там да. Перикла в самый раз с Австралией тормозить. Не, Австралия сейчас высадилась на английский континент. Тут занимается армией огромнейшая просто. Линкоры тоже не уходят. Так что австралиец решил дать походу играть. С его армией он может и Англию забрать, и Перикла. Потому что мне к Периклу тупо невыгодно идти. Даже если захвачу там пару городов. Смысл, они очень далеко от моей империи. Ну, скорее вопрос Польши Горга еще. Вы хотя бы вид сделайте, что пойдете его пилить. Пусть армию хоть подстроит. Ты уже сделал вид. Ну я пытался, в отличие от него. Между прочим, взял столицу. Это была цель игры. Захватить столицу Австралии. Вернуть ее под владычество королевы. Ну, я не очень много играл в шестерку по сети. Оказывается, захват столицы особо ничего не дает.
плане уничтожения противника. Да. Ну тут одинаковые города. Вот если бы я захватил города второстепенные и поджигал их, тогда да. А то, что я взял стольню и отбил, такая же наука у нее осталась. Четыре клетки просто уничтожилось и все. Ну и несколько жителей. Ну, в общем, никто Грека не будет тормозить, да? Ну, ты можешь проявить инициативу. Да, да. Да, мне тут проявлять инициативу. Я тут скорее как сателлит. Сателлит на кобуре, а? Посмотрите на гору Эверест. Какое там количество угля в квадратную клетку? Где Эверест находится? Валета. Перешей к англичанину. Я помню 7 источников. Ну да, не слабо. Пустыня на 8 клеток. Вот это было самое суровое, что я видел. Экономикс это субъект, который должен Блин, а в Ньюкасле нет кампуса, да? Есть, там даже лаборатория тебе строится. А, все, увидел. Зачем ты ему лабораторию строишь там? Не ему, это мне. Ну, мы ж по сути одна страна. Да. Один трон. Просто власти захват вооруженный. Я о чем заслуживаю? Другое дело, что он вряд ли сможет переварить эти города. Я их сам не мог содержать, а он как будет содержать, я не знаю.
Да, я думаю, только приказ лучше себе оставлю. Хотя, ладно, буль тоже можно. Хороший городок. Там, если кто-то хочет союз с Англией ради карт, я готов. Мне тоже интересно. Я открыл большую часть континента. Да, от каждой клетки. Ну, а ты союз-то открыл вообще? Конечно. Я тебя там кинул. Меня нету. Во-первых, у меня нету от тебя предложения, во-вторых, я лично дружба тебе не могу союз кинуть. Там дружба должна висеть, посмотри. Да я уже два раза посмотрел. Странно, я тебя отправил. И второй раз не могу отправить. Может, сейчас тут? Теперь я вижу всю карту. Вот где русский был. Печально. Очень печально. Men, their rights, and nothing. Men, their rights, and nothing more. Так, на демократию я не буду переключаться, а вот взять карточку, которую я, собственно, ради нее открывал. Вот этот плюс 4 к жилью, плюс 2 к довольству. Это завсегда. Ух ты, восстание. Это команда, класс. Отстань, посмотри. Торговля. Уж стандартизация мне вообще никак не нужна. Слушайте, может мне пойти с Горга повоевать? У него военная мощь 286. Ну просто подпиши договор. У меня просто нету другого варианта предложить. Может, у тебя есть что-нибудь? Я тебе встречку дал, просто союз. Но мне нужен научный договор. Ну, к кому-нибудь другому обратиться. Думаю, другим тоже надо. Кому нужен научный договор? В греку. Мне не нужен. Что-то будет. Что-то будет. Нифига не успеваю. No innovation in the past 200 years has done more. No innovation in the past 200. Блин, а у Персии нету возможности научный договор заключить. Может, с поляком?
Так. Давайте-ка в город к Ацтеку. Что там Амстердам объявляет войну Карфагену? Это что там происходит? No one would have believed in the last. Поляк там на приходите. Сейчас посмотрю, не успеваю. Very simple was my explanation. Ляка, тебе химию не надо ускорить, да? Я проверял. Поляков, а что ты уже вышел в эпоху атома? Да это с Оксфорда похоже. Техи бесплатные. А, ну тогда нормально. Уран вышел. Там уже есть типа. Ну я вижу вот на карте. Что, наконец-то скоро пролетят ракеты? Афины. То
есть он в общевойсковую бригаду прям вышел? Ну да. Интересно. Походу, ядерная война неизбежна, да? Ты сомневался? Ну, а как австралийца по-другому брать? Если с ним просто так воевать, то... Почему австралийца именно брать? Я говорю, Перикла надо брать, у него вон сколько культуры. Ну окей, возьмут Перикла. И как это остановит тех, кто летит вперед? Ну, вот самое интересное, дальше говорит, надо как-то с австралийцем бороться, а сам построил, ну, 150 единиц, в общем, все сделал в войск. Это за последние 20 ходов. Я апнул. Вау. Очень мало. Даже перс строит армию. Просто я почему говорю про Перикла, потому что он потихонечку идет к культурной победе. Вот я смотрю по этим приезжим туристам. Ну, смотри, когда я начал войну с Австралией, у него было 5, сейчас у него 6. Кстати, ацтек идет, в принципе, с ним наравне. Ну, пока вообще-то что. Да. Ну, ацтека и шедевров нет. В отличие от Перикла. Начитаны у нас куча книжек. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.